Приветствую всех, с вами Олег Соломаха. В Германии с 9 по 16 февраля состоится очень интересный супертурнир по шахматам Фишера, который собрал исключительно звездный состав. Только посмотрите, кто играет. Сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсон. Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лежень. Второй шахматист планеты по рейтингу Фабиана Круана. Также Руджа, Винсент Каймер, Надербек Абдусаторов, Надежда, Индийский шахмат Дамараджу Гукеш и Ливон Аронян. Они сыграют в шахматы Фишера в два этапа. Первый этап у нас будет круговик с контролем 25 минут и 10 секунд то есть быстрые шахматы, который определит у нас пары, которые в дальнейшем будут играть по нокаут-системе, но уже с классическим контролем времени. Итак, очень интересное событие нас с вами ждет. Поэтому ставим лайк до начала обзора, это позволит видео продвигаться в рекомендациях. Я впервые делаю обзор на шахматы Фишера, поэтому поддержите меня в комментарии и внимание на экран. На ваших экранах вы сейчас видите всю самую необходимую информацию о турнире. Состав участников, расписание, которое пройдет за 8 игровых дней, также формат турнира, который состоит из двух частей, отборочного как бы быстрого турнира и дальше классического по нокаут-системе. Ну и также вы видите призовой фонд турнира и распределение по местам. Смотрите, ознакомливайтесь. В первом туре играет Дамараджу Гукеш против Алиры Зефируджи, Магнус Карлсон против Винсента Каймера, Ливон Аронян против Надербека Абдусаторова, Дин Лежень против Фабиана Круаны. Белыми играл Дамараджу Гукеш, черными играл Алира Зафируджа. Несомненный плюс шахмат Фишера в том, что с первых же ходов получается интересная позиция, поскольку здесь нет никакой теории. То есть не нужно ничего зубрить, и здесь победит тот, кто просто лучше играет в шахматы. Итак, мы с вами будем смотреть все партии, то есть все четыре поединка, вот с такой вот расстановкой. Как мы видим, как будто короли уже рокировали, но водя стоит на поле H1 2. Ну и слон на поле А1 достаточно интересно тоже расположен. Именно эти обстоятельства привели к первому ходу со стороны Дамараджу Гукеша b4. Он сразу вскрывает слона, который нацеливается на позицию черного короля b6. Лера уже сыграл поскромнее, но тоже вскрыл слона. После c4, e5, f4 играет Дамараджу Гукеш, вскрывая вертикаль F, EF4, EF, слон g5 и фер g3. Первая ловушка. Брать ладью нельзя, поскольку в этом случае зеваем мат в один ход. Слон на поле А1, как мы видим, достаточно хорошо работает. f 6 играет Фируджа. Укорачивает диагональ слону. Ну и вот тут ошибается Дамараджу Гукеш, играя ладья f 2 Лучше было отступить ладьей на поле f 1 Итак, ладья f 2 конь d 6 Конь не только нападает на пешку на c 4 но еще и идет на e 4 с вилкой. c 5 конь e 4 Шах. Ладья f7. Да, Дамараджу Гукеш четко подметил, что он выигрывает качество. Но после ферзь b3, ферзь e6. Ферзь e6, d, Выясняется, что у белых проблемы. Некуда у ладьей уходить. Играет h4 Дамараджу Если сыграть как-то вяло ладья f1, то после конь бьет d2. У черных позиция просто близкая к выигранной. Потому что грозит слон e3 шах. Ну и плюс мы еще и пешку съели. Итак, h4 забирает теперь Алираза качество назад. После слона 6, конь b3, слон d5. В сухом остатке получается так, что мы с вами пришли к нормальной шахматной позиции, где у черных преимущество двух слонов, и позиция открыта. Дальше давайте немножечко промотаем, поскольку позиция стабилизировалась. Ну и в результате, после король e6, значит, конь f3, король f5, вот здесь, после e4, король g4, как мы видим, король у черных очень активный. Забирает на поле e5 Дамараджу Гукеш. Находит такую тактику. Бить плохо из-за того, что мы берем конем и съедаем слона. Но ладья бьет d3, играет Алера Зафируджа. И вот в этой позиции Дамараджу Гукеш ошибся ходом, слон бьет c7. Этот ход проигрывает партию. Надо было сыграть, водя e2, защитить пешку на e4. Тогда черные играют слон f4, защищая пешку на c7. Ну и дальше примерно вот такое развитие событий, где происходит переход в разноцветное окончание. То есть э, окончание с разноцветными слонами. Ну и тут белые скидывают еще одну пешку, намереваясь после слон бьет c6, активизировать свою ладью. А если после c6 черные забирают на b4, то тогда пешка проходит на c7, и здесь белый также вне опасности. Итак, слон бьет c7, сразу играет дамараджу гукеш. Теперь Алира Зафируджа бьет на поле Е4, ну и получает позицию просто выигранную, поскольку у черных позиционные здесь большое преимущество. И дальше Алира Зафируджа без особых проблем добивается победы, поскольку после слон Е3, ну, дышать нечем. Белым грозит ладья h2 и ладья h1 с матом. И здесь сдался на 37-м ходу Дамараджу Гукеш. Вот такая вот получилась интересная партия, но то ли еще будет, друзья, шахматы Фишера преподносят много сюрпризов. Как я сказал, несомненно, их плюс в том, что нету никакой теории, зазубренной. Идем дальше. Белыми играл Магнус Карлсон, черными играл Винсент Каймер. Та же самая позиция, та же расстановка. Ну и в этой партии ничего интересного не было. Как мне кажется, Магнус Карлсон просто решил пока повременить с захватом, скажем так, сразу преимущества на этом турнире. Разыграна была абсолютно безобидная позиция, где все очень быстро разменялось, и просто партия перешла в окончание ладья с конем против ладьи с конем. Ну и здесь шахматисты сделали несколько ходов и согласились на ничью. Эту партию мы забываем, как страшный сон, она неинтересная. Идем дальше. Белыми играл Ливон Аронян, черными играл на Дербек Абдусаторов. А вот теперь посмотрим настоящий боевик, потому что за доской встретились два шахматиста, которые обладают ярко выраженным атакующим стилем игры и умением играть в острых разбалансированных позициях. c 4 играет Ливон Аронян, после c 5 b 3 b 6 пока повторяет на Дербек, но d4 играет Левон Ранян. После CD слон d4. На Дербек играет e5, нападая на слона. Слон отходит, и на Дербек играет f5. И вот тут Левон Ранян допускает ошибку уже на шестом ходу. Вот чем хороши Шахматы Фишера. Он играет e4. Сразу стремится захватить инициативу. Но лучше было сыграть h4. И это было сильнее, пытаться как-то вот так шатать черных. Итак, e4, слон бьет e4, конь d2. Идея Левона Раняна была в том, что мы напали на слона. Слон отходит, мы спокойно забираем пешку на Е5. Но не тут-то было. На дербека Дусаторов жертвует на поле g 2 скрывая белого короля, и затем начинает на него охотиться. Король находится в очень уязвимом положении, но тут на 12 ходу на дербек ошибся ходом ферзь h5 шах и позволил белым стабилизировать позицию ходом f3. Лучше было сыграть слон f6, укорачивая слона, то есть укращая его, ну и теперь ладья g1 не опасный из-за шаха на h5. А так черные, в принципе, могут продолжать атаку. Да, у них не хватает фигуры, но все-таки две пешки есть. Король у белых в центре. Вся игра впереди. Итак, шах f3. Ну то ли еще будет, друзья. Ошибки сейчас пойдут просто вот посыпятся, как из рога изобилия. Слон h4 играет на дербек, нападая на ферзя. Ферзю некуда ходить, но ладья g1. Мельница выручает Ливона Ароняна. Ферзя брать нельзя из за ладья бьет g7. Водя f7, ферзь отошел на поле f1, и после рокировка Натербек заканчивает развитие, и вот тут Ливон Ронян ошибся ходом конь b1. Надо было сыграть слон c2, чтобы убежать королем на поле d1. Итак, конь b1, конь c6, конь c3, и тут Натербек тоже ошибается ходом конь d4. Сильнее было плести матовую сеть ходом ферзь h6, отнимая черные поля, и дальше уже черные грозят какими-то шахами. Итак, шах, король d2, шах, f4. После конь e7, слон a3. Также ошибается или вон аронян. Ну, позиция довольно-таки сложная. Мы видим, что черные пожертвовали фигуру. Здесь белым надо было играть конь e2. Сразу выбить коня. На шах убежать королем на поле c2. После d5. Черные пытаются вскрыть игру. Но белые играют конь g3, нападают слоном на коня, вынуждают забрать качество. Ну и дальше получается вот такая вот сложнейшая позиция, где у черных по-прежнему, как мы видим, не хватает фигуры, но зато у них есть ладья. То есть у белых получается две фигуры за ладью. Белые стабилизировали позицию, но компьютер говорит, что здесь позиция примерно равная. На самом деле очень сложная. Итак, слон А3. b 5 наносит страшный силы, разрезающий удар на дербек. Пытается добраться до короля. Слон c 5 ферзь f 6 Слон h5, g6, конь e2, произошел размен, и d5. Дербек Абдусаторов пытается всеми правдами и неправдами добраться до белого монарха. Конь b5, водя d8, король c2, Ливон Ронян спокойно значит, марширует под пулями. Конь c6 играет здесь на Дербек Абдусаторов, также ошибаясь. d4 было достаточно сильно, с угрозой d3, и это вынуждало белых просто пойти вот в такое вот примерное окончание, где мы видим, что материал полностью сравнялся. У белых два слона, ну, чуть поприятнее позиция. Итак, конь c6, конь c3 также ошибается здесь и Левон Аронян. CD было достаточно сильно, и наводя бьет d5 просто слон a3. С угрозой конь c3, слон b2, и выясняется, что здесь уже компенсация недостаточная. Конь c3, d4, конь d5, ферзь e6. Дальше давайте немножечко промотаем, потому что позиция успокоилась. У белых позиция просто оказалась выиграна, потому что нету никакой компенсации у черных. Но Назербек Абдусаторов стремится играть до конца. Как мы видим, здесь он пожертвовал уже просто целую ладью. После король f8, слон a3, ладья b8, ладья g2, ладья a8, ладья a2. Ферзь e6 играет на дербек, подкручивает позицию по максимуму, смотрите Просто чистой ладьи не хватает у черных, но они продолжают играть После f5 gf, ладья f1, король e7, король c1, ферзь e4 На дербек делает ставку на силу своих проходных Ферзь e4 fe, и неожиданно после ладья f4, король e6 Ладья бьет e4, король d5, король прибежал на помощь к своим мощнейшим пешкам и Левон Аронян дрогнул, сыграл ладья h4, и этот ход вообще выпускает победу, которая достигалась еще ходом ладья g4 и на d3 ладья a1. Дальше король идет на поле b2, и белые тормозят пешки черных. Итак, ладья h4, d3, теперь черные пешки становятся смертельно опасными, ну и ходом ладья g2 Левон Аронян не просто выигрывает, а вообще проигрывает партию. Ладья h3 надо было играть, нападать на пешки, ну и делать вот такую вот примерную ничью. Итак, ладья g2. d2 шах также ошибается и на дербек Абдусаторов. Ладья бьет а3, приводила к победе. Потому что грозит сейчас просто шах. И пешки проходят. Шах, конь e5. Ладья h5, король d4. Белые съедают коня. Но пешки здесь просто превращаются. И после e2 можно здесь сдаваться. Позиция просто выиграна абсолютно. Итак, Д2. Теперь Левон Аронян жертвует назад, то есть отдает назад ладью. Ну и в результате остается теперь уже он без фигуры, но у него целых три пешки. И в результате эта многострадальная партия заканчивается в ничью. Просто сумасшедший дом на самом деле. Партия была очень интересной. Ну и шахматисты здесь еще играли очень-очень долго. В результате на Дербек Абдусаторов мучил Левона Ароняна 100 ходов в окончании ничейном ладья с конем против ладьи. Ну, надо сказать, что здесь Левон Ронян больше нигде не ошибся, и партия все-таки справедливо завершилась в ничью. Вот такой вот получился титанический поединок, и мы видим, что оба шахматиста выложились по полной программе. Интересные шахматы Фишера, согласитесь, друзья. Идем дальше. Белыми играл Дин Лежень, черным играл Фабиана Круана. Та же самая расстановка, ну и партия здесь на самом деле тоже ничем примечательным не выделяется. Шахматисты довольно быстро начали все упрощать. Черные получили позицию с лишним качеством, но в результате все упростилось, поменялось. Шахматисты решили просто создать знакомый характер позиции. В результате получилось окончание ладья с слоном против ладьи с конем. Пешек, как мы видим, на одну меньше у белых. Ну и после хода король f7, день лежей мог играть слон h8 или еще как-то. Но он сыграл слон e5, допустил грубейший зевок, просто зевнул в один ход фигуру и на 26-м ходу сдался. День лежей вообще находится в абсолютно, можно сказать, разбалансированном состоянии, в ужасной форме после того, как он стал чемпионом мира, что-то произошло с его психикой. Говорят, что даже он принимает какие-то таблетки. Итак, мы с вами посмотрели, друзья, все партии первого тура. И теперь приступаем к рассмотрению партий второго тура. На экране вы сейчас увидите жеребьевку. Идем дальше. Во втором туре играет Назербек Абдусаторов против Дин Лежения, Алиреза Феруджа против Фабиана Круаны, Винсент Каймер против Ливона Араняна, Дамараджу Гукеш против Магнуса Карлсона. Белым играл Назербек Абдусаторов, черным играл Дин Лежень. Теперь, как мы видим с вами, расстановка поменялась. И мы с вами будем смотреть все партии вот с такой вот расстановкой шахмат Фишера. D4 играет на дербек Абдусаторов. Симметрично отвечает Дин Лежень. После c3, конь d6, f3, конь g6, e4. Дербек захватывает центр, f6, конь g3, c6, сон g4, шах, e6, ферзь c2, слон f7, рокировка. После слон e7, ферзь b3, мы видим, что позиция получилась довольно-таки спокойная. Ну и вот тут не нашел красивое спасение Дин Лежень. Мы видим, что белые надавили на пешку на поле Е6, напали ферзем и слоном. И тут Дин Лежень сыграл просто рокировка и остался без пешки. В то время как был замечательный ход конь c4, перекрывающий действие ферзя, и на ферзь бьет c4, оказывается, что есть двойной удар. Вот такую вот геометрию не заметил Дин Лежень, фигура отыгрывается и позиция равная. Итак, рокировка, теперь белые просто выигрывают пешку, и получают позицию близкую к выигранной. Дальше опять же мы с вами давайте промотаем с целью экономии времени. После ладья d3 еще раз ошибается день лежень. Упорнее было играть ладья e4. Сохранить как можно больше фигур. Дальше сон идет на поле d6. Ну и черные вовсе не обязаны были проиграть. Но ладья бьет d3, играя день лежень. Упрощает позицию по максимуму. И позиция белых становится выигранной. Но правда и... На дербек, надо сказать, действовал не самым лучшим образом. Здесь в выигранной позиции он допустил ошибку хода король d3. Побеждал ход а3, спокойный. Отдаем пешку на f5, но забираем на а4 и получаем две связанных проходных. Итак, король d3. Теперь а3 играет Дин лежень и позиция неожиданно просто выравнивается. Правда, после fg тут Дин лежень тоже допустил ошибку, забрал пешкой h. В то время как взятие аб давало как раз черным четкую ничью. Да, белые получали временно две лишних пешки, но все пешки раздроблены и быстро осыпались. Грозит сейчас ладья g5 и взятие всех пешек. Ну а так черные могут защитить пешку на поле b2 ходом слона 3. И здесь позиция держится. Итак, hg, b3. Теперь черные фактически обречены. Потому что пешка на поле a3 вскоре отвалится. Ну и здесь конь e4 также допускает ошибку на дербек, ладья c1 было гораздо сильнее и давало белым большие шансы на победу. Конь e4 же выпускает, так как черные создают тоже контр-игру, нападают на коня, и ладья c5 ход, который снова проигрывает партию, опять день лежень ошибается. Отступление ладьи на поле e8, и затем слона на поле e7, ну и здесь можно еще держаться. После ладья g8 черные отъедят пешку на поле g2, и у них есть проходная пешка по вертикали f. Еще можно было сопротивляться, хотя у белых, конечно, перевес. Но ладья c5 форсированно проигрывает, зевает. Ход ладья h4, день лежень. Теперь на слон опять b4 вилка. Шах, король e2 и слон e7. Ход, который моментально проигрывает партию, хотя не спасает и ладья c2. Черные забирают много пешек, но белые все равно здесь побеждают, так как остаются с лишней фигурой. Итак, король Е2, слон Е7. Теперь после ладья c 4 белые просто поймали черных на размен. И в результате у них получается здоровая лишняя пешка в окончании конь против слона. И дальше без особых проблем на дербек Абдусаторов добивается победы. Проходная пешка бежит. У черных пешка никуда не идет, поскольку после конь Е3 берется поле f 1 под контроль. Ну и дальше белые забирают пешку. На цукцванге заставляют черных так или иначе проиграть. После авука, в... значит, король А8, теперь А7 будет грубейшая ошибка, после f 1 ферзь, конь f 1 будет пад, но конь d 5 на дервек все посчитал до мата. Черный превращается в ферзя, но белый дают шах, затем шах пешкой, затем шах ферзем, и последний ход в партии ферзь e 8 После король d 6 ферзь e 6 на доске будет мат, поэтому Дин Лежень сдался. Итак, Динли Жень терпит второе поражение подряд. Идем дальше. Белыми Роза Феруджи, играли Руза Фируджа, черными играл Фабиана Круана. В этой партии у нас особо ничего интересного не происходило. Поэтому давайте мы ее с вами промотаем. Несмотря на то, что вроде бы как будто разыграны, разыграны значит, фишерские шахматы, но на самом деле, как мы видим, получается позиция из обычных шахмат классических. И в результате просто получается позиция закрытого типа, в которой шахматисты не знали, что делать, начали топтаться туда-сюда, плана никакого не было, Фируджи пытался что-то сделать, но позиция просто железобетон, и в результате не соглашались соперники на ничью, здесь еще происходили какие-то события, то есть играли на ферзевом фланге шахматисты, но позиции, сути позиции это никак не поменяло. То есть мы видим, что просто маневры, маневры ходят туда-сюда. И в результате ходом опять Фабиана Круана упрощает позицию все-таки до максимума. Ну и здесь вскоре все-таки шахматисты согласились на ничью. Вот здесь начали повторять ходы и на 76-м ходу замирились. Идем дальше. Белым играл Винсент Каймер, черными играл Левон Аронян. Итак, в этой партии та же самая расстановка. Также шахматисты очень быстро приходят к тому, что нужно просто поменять ферзей и спокойно играть обычные классические шахматы. В результате получается позиция спокойная с королем на поле С1, как будто бы белые сделали длинную рокировку, только водя стоит на поле А1, в этом все отличие. А так позиция просто примерное равенство. Ну вот, мы видим, что все-таки шахматисты... Как раз таки играют как будто вроде бы в шахматы Фишера, но на самом деле они стремятся сделать так, чтобы играть в обычные шахматы, классические. И в результате получается спокойная позиция, где вот здесь, кстати, после хода король b2 ошибается Леон Ранян ходом h5. Надо было сыграть король не f7, а король f6. И выманить пешку на поле g4, так как грозил ход король f5. Ну а теперь король идет на поле f7. Черные просто стоят, и здесь позиция равная. Итак, h5, h3, конь c7, конь e5. И неожиданно получается так, что белые прорываются своим королем, прорываются ходом e6, чтобы ну, выбить из-под коня опору. И дальше просто легко одерживают победу. Потому что отдаленная проходная пешка по вертикали А не оставляет черным никаких шансов на спасение. Она бежит в ферзи. И здесь на 55-м ходу Левон Аронян сдался. Идем дальше. Белыми играл Дамараджу Гукеш, черными играл Магнус Карлсон. Итак, мы с вами смотрим всю ту же расстановку. В этой поединке разменялись чернопольные слоны. И также шахматисты довольно быстро пытаются упростить игру, чтобы перевести партию в более-менее спокойную позицию. Вот здесь, кстати, после хода Е5 ошибается Дамараджу Гукеш. Сильнее было сыграть А4 чтобы пешка на А4 не пошла. Он же играет Е5, после слон Ж6 черные нападают на ферзя. Так как грозит ход А4, белые вынуждены забрать на поле Е6. После ферзь b 3 конь b 7 ферзь бьет Е6, ладья f 7 конь d 4 конь c 5 У черных позиция, несмотря на то, что вроде бы две пешки белые сгрызли, лучше, потому что конь идет на поле d 3 и черные выигрывают качество. Здесь после конь бьет b 2 Магнус Карлсон еще и пешкой закусил король Е2, ну и вот тут Магнусу надо было найти ход ферзь d 8 Надо было продолжать партию при ферзях, грозит сейчас слон d 3 шах, атака страшная, потому что линия f недоступна для белого короля, поле d 1 отнимает конь, здесь черные должны были быстро победить. Но вместо этого Магнус просто поменялся на поле c 6 разменялся ферзями и горько об этом пожалел, потому что Дамараджи Кукеш теперь захватил дичайшую инициативу. Он теперь с королем в центре, и у него позиция просто лучше, потому что конь на поле b2 у черных застрял. Игра перевернулась на 180 градусов, и вот здесь, кстати, после хода конь d7, нельзя было брать пешку на e6 из-за шаха на f6, и терялась ладья. А здесь получается так, что белые отдают эту пешку, но конь плохой, на него нападают, забирают пешку на b5, затем забирают пешку на поле A2, a5, и получается так, что вроде бы материала поровну, но позиция белых явно лучше, потому что пешка c у них проходная. И дальше Дамараджу Гукеш в блестящем стиле все сделал. После c5, ладья d5, c6, слон f5, c7, его пешка побежала, конь b2, ладья a2, конь d1, ладья c2, после слон c8, конь d3, грозит теперь поимка просто коня. Конь, как мы видим, попался. Король f 6 ладья e1, теперь просто съедаем коня. Е5. Последний шанс Магнуса Карлсона. Грозит Е4 с решим фигуры. Но забирает на Е5 Дамараджу Гукеш. Конь Б2. Магнус Карлсон отвлекает белых. Но после ладья Ф1, король Е7, конь С6, шах. Король d 6 ладья Ф6. Спокойно забирает коня. Дамараджу Гукеш остался он с лишним конем, с лишней фигурой. Ну и дальше, без особых проблем, эту партию он довел до победы. После коня 6 король 8 конь b 5 Кони грозно нависли, грозит ладья А7 мат. И здесь, на 58-м ходу, сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсон признал свое поражение. Вот такая вот получилась интереснейшая схватка. Дамараджу Гукеш молодец. А мы с вами посмотрели все партии второго тура. Идем дальше. В третьем туре играет Ливона Ронян против Дамараджу Гукеша. Дин Лежейн против Винсента Каймера. Магнус Карлсон против Алирызы Феруджи. Фабиана Круана против Надербека Саторова. Белыми играл Ливон Аронян, черными играл Дамараджу Гукеш. Снова мы с вами видим другую расстановку, и только в шахматах Фишера мы можем с вами видеть, как, например, черные делают рокировку на втором ходу. В этой позиции шахматисты довольно быстро, поскольку такая расстановка позволяет, значит, рокировать, начали обострять игру. После ферзь c6 Дамараджо Гукеш пропускает удар слом бьет f6 от Ливона Раняна, но играет d5, нападая на коня. Теперь выясняется, что если сыграть gf, то у белых полный материальный эквивалент после коня f6. Если король уходит, то забираем пешку на h7, полностью оголяя короля. Ну а так получается позиция, где черные отбивают атаку, держатся, но у белых позиция получше, поскольку, как мы видим, здесь у них... Есть ладья и две пешки за две легких фигуры у черных. Итак, после слон бьет f6, d5 играет Дамараджу Гукеш. Тут Ливон Ранян ошибся ходом, слон бьет d8. Можно было продолжать бить на поле g7. Тогда черные вынуждены жертвовать качество. Ну и здесь белым надо было найти точный ход f3. Таким вот образом, дальше ведем коня на поле f2. Пешку на поле h2 можно, в принципе, ей пренебречь. И здесь белые вполне еще держались. Но Сон бьет d8, играет Левон Ранян. Теперь Дамараджу Гукеш бьет на поле d8, после конь g5, g6. Позиция уравнивается после того, как белые тоже закончили развитие. Ну и дальше начались спокойные шахматы. Просто в итоге возникла позиция вполне себе игровая. И дальше давайте мы с вами посмотрим интересный момент. После слона f1, ладья c7, ферзь b8, c3. У черных есть мощные мощная пешка проходная по вертикали С. Ладья бьет d5, ферзь f4, по-прежнему грозит продвижение пешки. Ладья d1, ладья b4, ладья b4, а b. Ну и вот в этой позиции ошибся Ливон довольно грубо ходом слон d3. Ладья d8 было достаточно сильно и для уравнения тоже достаточно. Грозит ладья бьет f8, шах и ферзь бьет c7. Ладья f7, ферзь бьет f4, разменялись ферзи, ну и на доске разноцветные слоны, которые, в принципе, должны быстро закончить партию в ничью. После АБ слон d3, грубая ошибка от Левона Раняна, теперь король отходит на поле g7, и проблема еще в том, что грозит ход слон d6. Ладья f1, слон d6, после g3 ферзь d2, черные напали на слона, ферзь b5, c2, и черная пешка прошла. В итоге остался без фигуры Ливон Аронян. Ну и после ферзь Е2 на 39 ходу признал свое поражение. Идем дальше. Белыми играл Дин Лежин, черным играл Винсент Каймер. Итак, смотрим с вами ту же самую позицию, но здесь опять же шахматисты рокировали, и фактически получается у нас опять классические шахматы. То есть осталось только вывести коней, которые стоят достаточно нелепо. Ну и здесь в итоге Дильни-Жень выиграл качество. И позиция получается довольно интересная, острая. У черных есть пешка, плюс перспективы атаки. И тут на Дильни-Жень уже на следующем ходу грубо ошибся ходом Е3. Здесь точно надо было играть король f 2 брать поле ж 3 под контроль, на f5 конь ж 3 ну и дальше черные не могут продвигать пешку, поскольку у них тут ферзь, также в принципе, атакован с разменом. Ну, тут, конечно, коня с шахом грозят взять, поэтому на f4 можно было отступить потом конем. А после конь c6 играем ладья h1, и дальше, опять же, позиция получается нормальная. Но после ладья e8, e3 играет один лежит. Этот ход плохой, потому что позволяет черным развить быстро атаку, вывести слона, затем конь идет на поле g5, грозит уже ход, ход конь h3 шах, плюс висит пешка на f3, d5, e4 и ФЕ, ход который проигрывает партию, хотя выясняется, что позиция черных уже выиграна, но надо было попробовать и f4 сыграть. В этом случае черные побеждали путем конь f3 шах. И на король f2 ферзь g4, вот такой вот мощнейший ход с угрозой ферзь h4 шах. На взятие коня берем пешка и грозит ферзь g2, ладья g1 шах, Теперь на король f1 играем слон a6 и матуем. А на король бьет f3, слон бьет d5. Король e2, ферзь h2. Король d1. Сейчас мы с вами видим, что лишняя ладья просто у белых. Но после слон e4 в пору сдаться белым. Потому что грозит ладья d8. Висит ферзь. И маты летят со всех сторон. После ладья бьет g7. Белые еще могут и пешку с шахом даже взять. Но после хода король f8 у них все заканчивается. А вот угрозы черных смертельны. И здесь черные побеждали. Но после Е4 ФЕ играет Дин Лежень. Теперь ладья бьет Е4 и дальше разгром. Шахует конем Винсент Каймер. После короля h 2 шахует ферзем. Теперь нельзя забирать коня из захода ладья Ж4 и задачный мат. Либо с поля h 6 либо с поля Ж3. Поэтому после ферзь d 6 Ж3 играет Дин Лежень. Но конь Ж5... Дальше после ладья бьет f5, подключается ферзь к атаке. Ладья забирает все. И дальше просто черные громят здесь белых. В итоге просто перевел окон... Значит, игру в окончании Винсент Камер с двумя лишними пешками. При разноцветных слонах разноцвет только усиливает атаку. Сдался Дель Лежень на 31 ходу. Совершенно не идет игра у китайского супергроссмейстера. Он проигрывает уже третью партию подряд и не может сделать даже одной ничьей. Просто разгром. Идем дальше. Белым играл Магнус Карлсон, черным играл Алера Зафируджа. Ну и действительно, шахматы Фишера, наверное, единственный вид шахмат, в котором рокировка возможна уже на первом ходу. Магнус Карлсон играет рокировка, и Алера Зафируджа тоже играет рокировка. И дальше шахматисты начали просто разыгрывать опять обычную спокойную позицию из классических шахмат. Вот мы видим, что вроде бы шахматы Фишера играют, а по факту шахматисты просто переводят игру в спокойные знакомые позиции и дальше катают. В результате получается окончание, где мы видим, что здесь материальное равенство. Белые пытались поставить мат, но Феруджа четко отбился. В результате у черных есть проходная пешка по вертикали D, которая обеспечивает им хорошую контр-игру и ничью. Ну и дальше здесь шахматисты доигрались просто буквально до голых королей пешка А бежит, но черные все точно посчитали, что они успевают с контр-игрой забрать эту самую пешку, потому что грозил ход конь d 4 поэтому белые сыграли конь f 2 Ну а так, получается, что здесь шахматисты доигрались до голых королей. В результате на 65-м ходу согласились на ничью. Идем дальше. Белыми играл Фабиана Круана, черными играл на Дербека Абдусаторов. Посмотрим с вами еще одно интересное противостояние. Также шахматисты воспользовались лайфхаком, что можно рокировать уже буквально там на третьем ходу. И снова получается спокойная позиция, в которой, правда, Фабиана Круана захватывает инициативу. После конь Е7 разменял ферзей. Ладья d 1 ладья d 8 g 4 конь h 4 h 3 конь c 6 и белый прорываются ходом f 5 Солнце 5 отвечает на дербек, нападая на коня. Конь g 2 произошел размен коней, ну и вот тут ходом Е5 ошибается на дербек, закрывая позицию, надо было меняться на поле f 5 многократно, играть владя Е8, бросая пешку Д на произвол судьбы, поскольку брать ее плохо из-за шаха на Е2. Ну а на король f 1 просто играем d 6 и здесь позиция равная. Итак, Е5, теперь проблемы у черных, потому что белые прорываются ходом f 6 gf конь f 6 король g 7 шах, король g 6 разменялись на f 7 Белые вторгаются, и после хода d6 вот здесь Фабиана Круана ошибся ходом слон c1. К выигранной для белых позиции приводил шах на g7 и вторжение, вернее, шах на g5 и вторжение ладьи на седьмой обжорный ряд. Тут ладья заползала, и белые постепенно побеждали. Но солнце c1 сыграл здесь Фабиана Круана чересчур прямолинейно, и это позволило черным наладить оборону. В результате здесь больше никаких ошибок на Дербек Абдусаторов не совершил. Ну и партия довольно быстро у нас иссушилась. Перешла, сейчас мы с вами увидим, в окончание ладейное. Ладейные окончания не выигрываются. Ну и здесь дальше шахматисты перевели игру в пешечное окончание без пешки, которое также ничейно, потому что король успевает в угол безопасный. И здесь шахматисты просто тоже доигрались до голых королей. На 71-м ходу заключили мирное соглашение ввиду полного истребления боевых сил. Итак, мы с вами посмотрели 4 партии третьего тура. Идем дальше. В четвертом туре играет Винсент Каймер против Фабиана Круаны. Алирыза Феруджи против Надербека Абдусаторова. Дамараджу Гукеш против Дин Леженя. Магнус Карлсон против Ливона Араняна. Белыми играл Алирыза Феруджи, черными играл на дербек Абдусаторов. Итак, снова у нас новая расстановка. Теперь вот такая вот с королем на поле d1. Ну и в этой партии давайте мы с вами дебют проматываем, потому что дебют не имеет здесь определения. На выходе из дебюта позиция черных получилась достаточно перспективная. После конь g4 рокировка, белые закончили развитие, черные отвечают слон на 6 наваливаясь на пешку на d3. Ладья d1, ладья b8 наваливаясь на пешку на b2. Ладья b1, конь e6, b3, конь d4. После конь d4, вот здесь черным лучше всего было взять слоном. Ну и после короля h1 сыграть e5 с дальнейшим f5. И у черных была бы позиция с хорошим перевесом. Но cd сыграл на дербек Абдусаторов. Теперь после ферзь e2 он прыгает конем на e3. И прорезает черные поля. Даже путем жертвы пешки он пытается играть на победу. Захватывает вертикаль c, ну и вот ходом ладья c4, а Руджа вот ошибается. Надо было поменяться на c8, затем забрать пешку на поле a7. У черных есть компенсация, вполне себе неплохая. После хода ладья c2, все их фигуры очень активные, ну игра идет на все три результата. Ладья c4 же ошибка, ферзь h5 последовал двойной удар на ладью, и висит вот здесь ладья. Теперь после ладья c8, ладья c8, по-прежнему висит ладья Конь f2, ладья c2, и черные вторглись. Проблема в том, что после слона f3 нашелся мощный контрудар слон d4. Теперь отвлекаем ферзя, забираем слона, ну и после ладья e1 еще и удар слон бьет d3 прилетает. На ферзь бьет d3 берем на f2, а на конь бьет f2, объявляем мат на g2. Ну и все, позиция рассыпалась, и дальнейшее уже совершенно не интересно. Просто остался с двумя лишними пешками на Дербека Абдусаторов в окончании. Ну, уже с одной, но опять с двумя. Ну и в результате, короче, быстро здесь он победил. Итак, Алирыза Феруджа потерпел поражение. Идем дальше. Белым играл Домараджа Гукеш, черный играл Дин Лежень. Итак, та же самая расстановка. Смотрим с вами. Партию, после конь c2, конь f7, рокировка Вот здесь День Лежень допускает ошибку уже на шестом ходу, играя конь f6 Здесь надо было обязательно сыграть a5 Не позволять, не, значит, не позволять белым прорваться на ферзевом фланге После конь f6 b4, cb ферзь b4 Белые захватили инициативу Фианкетировали слона на поле b2 Конь идет на поле d5 После уничтожения защитника поле d5 Слон f6, слон f6, конь d5, сильное решение жертвует качество Дамараджу Гукеш на поле А1, и Дин Лежень совершенно напрасно его забрал. Можно было еще долго бороться, хотя позиция похуже была бы в этом случае у черных, потому что у них есть слабости. Ну а слон бьет А1 привел к тому, что бе значит, белые съели пешку на поле Е7, плюс после ладья бьет А1 у них чудовищная компенсация, ввиду того, что король слабый, пешка на d6 тоже слабая, ну и дальше Дмараджо Гукеш захватил инициативу, поманеврировал немножечко, прицепился к пешке на поле b7, надавил на нее всеми фигурами и в результате прорвался по центру, завязал здесь черных морским узлом, съел пешку на b7 и вот здесь вот получается так, что просто полностью переиграл индийский гроссмейстер китайского чемпиона мира по шахматам, просто все у него сгрыз, Ничего не осталось, после ферзь опять Дин лежень сдался. Итак, это четвертое поражение подряд Дин Леженя. Просто громят его все на этом турнире в хвост и в гриву. Вот это, друзья, чемпион, согласитесь, а? История еще таких не знала. Идем дальше. Белыми играл Магнус Карлсон, черными играл Ливон Аронян. В этой партии, в той же самой расстановке, с самого начала началась интересная борьба, и тут Леон Роня ошибается ходом f5. Конь c4 можно было сыграть, с идеей d6 прогнать коня. f5 же неудачно, последовало g3, напали на ладью. c6, конь f3, и после коня f7, конь g5, конь g5, слон g5, в лагере черных образовались слабости. Слон g7, слон f4 напали на ферзя, и d6, грубая ошибка от Левона Раняна, надо было играть ферзь b6 d6 же привело к тому, что просто зевнул пешку Ливона Ронян брать по-прежнему коня нельзя, слон связан висит ладья g5 слон бьет g5 dc и ферзь d3 играет Магнус Карлсон, нападая на пешку на поле b5 ладья на поле a8 все равно особо никуда не денется сейчас еще грозит взятие пешки на поле c5 с шахом король c7 d5 и после слон e5 a4 слон b7 рокировка мы видим, что Магнус Карлсон пожертвовал фигуру в надежде добраться до Черного Короля, но ну и вот тут он Ранян ошибается ходом БА. Надо было закрыть позицию ходом С4, затем сыграть слон d 6 ну и после АБ, слон c 6 bc сыграть А5. Здесь получалась позиция, где у белых за фигуру пожертвованную полный материальный эквивалент, три фигуры, но все-таки Черные Короля своего худо-бедно обезопасили, и игра идет на три результата. После же БА, ладья бьет А4, слон d 6 b 4 Магнус прорывается и добирается до короля черных. Слон С6, БС, значит ДС, СБ, ладья бьет b 4 восклицательный знак, явно неучтенный ресурс. И тут Левон Аронян просто сдался. Потому что что делать? На взятие на b 4 будет шах на d 7 с разгромом. Король идет на поле b 6 Дальше можно просто съесть слона. Ну и позиция безнадежная, там слон Е3 с матом грозит. После же, например, ладья бьет b4, если ферзь куда-то уходит, то ладья идет на поле b7 с шахом, и затем ферзь подключается к атаке. В общем, в 19 ходов Магнус Карлсон разгромил Ливона Араняна. Идем дальше. Белым играл Винсент Каймер, черным играл Фабиана Круана. Итак, та же самая расстановка. Ну и здесь шахматисты разыграли позицию уже гораздо крепче. Что-то ближе к классическим шахматам у нас возникло после слона h1, король h1, вот здесь Фабиана Круана ошибся ходом h6. Надо было сыграть конь h5 и срочно менять вот этого вот товарища, чернопольного слона. Итак, h6, g4, теперь напали на коня, f3, e6, ладья c1, конь e8, и белые получили явную инициативу. У них пространство больше, перспектива атаки на королевском фланге, но правда, Вроде бы черные как будто первую волну атаки отбили. Позиция закрылась, и вроде бы все нормально. Но на самом деле нет. У белых в долгосрочной перспективе явный перевес. После ладья d7 атакована пешка на d4. Ферзь a5 играет здесь Фабиана Круана. Где-то нападая на коня. Ферзь вынужден защищать коня. Плюс ладью на поле d8 защищает американский гроссмейстер. Ферзь f4 играет здесь Винсент Каймер, наваливаясь на пункт на поле f7. И тут ходом f6 Фабиана Курана быстро проигрывает партию. Можно еще было держаться путем конь d6. Защитить вот так вот пункт на поле f7. Конь на поле d6 защищен ладьей. И вот так вот еще черные держались. Хода c5 нету, потому что ферзь это поле держит. Но было сыграно f6, и зевнул Фабиана, что после gf, ладья бьет d7, конь d7, ладья f7, ему казалось, что конь должен уходить, и тогда черные с полным комфортом возьмут пешку на f6, но он зевнул в ответ ферзь b8, после чего сразу же сдался. Вот моментально. То, что выясняется, что а как ходить? На ладья бьет d7, мы забираем коня с шахом и съедаем еще ладью. Конь висит, спасти его невозможно, потому что конь поле f8 держит. И на 37 ходу Фабиана Круана капитулировал. Итак, друзья, мы с вами посмотрели все партии четвертого тура. На экране вы сейчас видите турнирную таблицу с результатами участников. Завтра мы с вами будем смотреть заключительные три тура, после чего у нас определится состав участников сетка на четвертьфинал. Впереди все самое интересное, друзья! Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Для вашего удобства, если щелкните на левую конечную заставку, то вы увидите обзор предыдущего тура. Справа будет обзор следующего тура. Таким образом все сделано для вашего удобства, чтобы вы не потерялись и посмотрели весь супер турнир целиком находясь на моем канале. С вами был Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы. И увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира. Счастливо!